Доброе утро, девочки мои. Сижу, монтирую видео и смотрю на улице. Солнышко выглянуло, такой рассвет, и вообще ни один листочек не шелохнется. Полный штиль, представляете? Ну вот небо сегодня вроде чистое, не знаю, не сильно чистое, но все-таки не пасмурно, можно сказать. Птички щебечут, но прохладненько что-то, плюс 6 градусов. Вот такое вот прохладное утро. Ну ничего, распогодится, я думаю. Если не будет у нас пасмурно, значит будет хорошо. О, какая красота. А внизу прям все зелено-зелено. Вообще прямо так, так кайфово, когда все зелено. Мне так нравится. Пошла дальше работать. Птички, слышите, как? Ой, как приятно слушать птичек. А на завтрак у меня сегодня, девочки, мюсли с молоком. Сейчас залила, настоится чуть-чуть и позавтракаю. Вот иногда овсянку, иногда мюсли. Ну, вот такие мюсли с орехом я люблю. Ну что, девочки мои, сегодня у нас чистый четверг. И сегодня я хочу покрасить голову. Кстати, месяц ровно прошел, как я красила последний раз. Ну, вот у меня уже корни отросли. Кто спрашивал, кто интересовался, чем крашу? Ботаника. Ботаника 10.0, это от Faberlic. А еще кто-то спрашивал, почему Faberlic я давно не заказываю, когда будет обзорчик Faberlic. Девочки, обзорчик, вот я последний раз взяла несколько красок, чтобы мне так наперед было, хватило. И я его не снимала. Что снимать, если я уже эту краску вам 100 раз показывала. Так, а сейчас я хочу сделать чистку лица. В общем, короче говоря, моя задача сегодня покрасить голову. Лицо сейчас приведу в порядок. Ну, искупаться, соответственно. В общем-то, чистый четверг надо использовать. Ну, я, честно говоря, и так планировала. Но мне сегодня соседка напомнила, что у нас чистый четверг сегодня. Думаю, вот как хорошо. Прямо кстати. Вот, не буду я вам сейчас показывать, как я волосы крашу, как я чистку делаю. В общем-то, сделаю, и потом я к вам вернусь уже вся из себя раскрасавица. Вот, на улице пока что у нас ясно еще, но дождик вечером пойдет. А днем должно быть вроде ясно. Ну, посмотрим как. Посмотрим, что еще сегодня я буду делать. Пока еще не решила. Все, мои хорошие, привожу себя в порядок. Ну вот и все, девочки. Я управилась со всеми делами. Голову покрасила. Все хорошо, все отличненько. Вышла на воздух. На улице хорошо, тепло. Так, свежу немножечко, но не жарко, прям хорошо. Иду в магазин. Хочу заскочить в Фикс Прайс, но, в принципе, у меня там просто каша овсяная заканчивается, ее мало осталось. Хочу взять кашку, посмотреть, так быстренько бегала, что там хорошего еще появилось. И, в общем-то, и все, в Пятерочку зайти, продукты купить по мелочи так. И на сегодня все мои дела будут сделаны. Сделал дело, гуляй смело. Все, идем. Радуемся зелени и цветочкам. Хочу первым делом направиться я к этому стенду, где обычно выкладывают самые актуальные. Самое актуальное у нас Пасха на носу. Что новенького? Ветка пасхальная. Такие веточки. 79 рублей. Тарелка для кулича и яиц. Вот такая тарелка. 79 рублей стоит. Вообще, честно говоря, такая вот интересная штука, да? Разных цветов есть тарелочки. Так, а это что? Это такое форма для кулича. Вот такая вот она с поверхностью, покрытием. Ой, даже уже вот пасочки продают. Кулич стоит здесь 79 рублей. Ну, не знаю я, какой на вкус. Так, что еще? Красители пищевые, мимимишки 29,50. Тут еще что-то вот. Набор «Волшебная страна» 79 стоит. Так, ну и какие-то наклеечки.
Не знаю, буду красить, не буду красить. 50 штук, ничего себе. 29,50. Не знаю, взять на всякий случай. Может, покрашу, может, захочется покрасить. Так, что еще? Пушистые друзья. Это вот пасхальный набор такой. 4 цвета. Золотой свет. Еще 4 цвета. Птички 3D. По 79 рублей. А вот такая вот еще тарелочка. Тарелочка, не тарелочка. Ну, вот как подставочка для яиц и пасочки. Вот это 79 стоит. Так, ну и тут вот какие-то украшения есть. Вот это вот какой-то веночек интересный. Наклеечки пасхальные. Тоже на яйца наклеивать. Такие вот прикольненькие. Вот эти палочки 79 стоят. Так, наклейки 55. Это 149. Роспись по дереву. Пасхальный сувенир вот такой есть. 99 стоит. Вот такие яички 79. 99 вот такие. Они прямо в корзиночке лежат. Так, ну и вот тут какие-то веточки такие. Корзиночки. Такая вот интересная штука. Кашка моя есть. 7,80. Так же и стоит, как и стоила. В общем, сейчас возьму разных. Вот я смотрю, много появилось тут кепочек, шапочек. Такие вот шарфики легкие. Кепочки для деток вот на лето. А вот какая, смотрите, какая прикольная. 249 стоит. В общем, тут и мужские есть, и женские, и детские. С такими вот есть ушками, на макушками. Вот это без ушек. Хорошие, маленькие такие вот, детские. Детские стоят 199. Вот, что еще новенького появилось? Ну, понятное дело, вот для пляжа тут всякие разные шапочки от солнца тоже. И вот такие мягкие панамочки тоже от солнца. Вот детские такие маленькие шапочки летние для малышей. Для малышей детская 79 стоит. Вот так вот. Зашла, девочки, уже в Пятерочку. Не стала долго там лазить, но особо ничего нет. И я смотрю, тут разные куличи, в общем-то, есть. Но, честно говоря, я не знаю, но мне нравится аютинский. И еще может быть... А так, это что? Это освященный. Вот это вот я не знаю, чье приготовление. Возьму же, наверное, проверенное. Проверенное временем. Аютинский. Так, надо ж, наверное, взять. Ладно, сейчас подумаю, возьму. В общем, самые маленькие стоят 49,99. Чуть побольше 79. Это 280 грамм. Тут у нас 130 грамм. И 430-129 стоит. Я вижу еще... Самый маленький 70 грамм. Вот такой малюхонький куличик. Стоит 29,99. Ну вот это вот деткам тоже на раз покушать. Таких маленьких не видела еще. Все, девочки, я купила вот немножко. Два куличика взяла. Вот это вот любимый мой творожочек. Мне он нравится. Творожное Даниссимо. Вкусный такой. Вот это самый сочный. Манго и маракуйя. Я его люблю больше всего. Взяла сметанку 15%. Не стала брать колбасу. Решила взять вот эту лопатка фермерская. Черкизовая. Ну, попробуем. Должно быть так с виду вроде неплохо. Так, парочку взяла ватрушек. Хлеб отрубной. Фикс прайс я взяла. Попробуем покрасить вот этой вот краской яйца. Набрала себе кашек опять разных. Ну, взяла картошку по 42 рубля. Ну, вроде так неплохая. Я ее там повыбирала. Ну, хорошая картошка. Доброе утро, девочки мои. День следующий уже. Вот такое утро у нас сегодня. Пасмурно. Скоро дождик пойдет. Плюс 9 градусов. Прохладненько. Ну, не очень радует. Но что поделаешь. А я сегодня на обед решила
пожарить картошечку. Прям захотелось жареной картошки. Селедка у меня есть. Сейчас почищу ее. И вот порадую себя. Хотя бы обедом порадую, раз погода такая не очень хорошая. О, какая вкуснятинка. Все, пожарила картошку, почистила селедку, пошла смотреть телевизор, кушать, получать удовольствие. Доброе утро, девочки мои. Вот сегодня день следующий, уже суббота. Такое прекрасное утро, я смотрю. Небо ясное и без всяких облаков. Вот сегодня должно у нас потеплеть. Дождя не должно быть. Солнышко отсвечивает от листиков. Все так зелено. Ой, так классно. Все уже, окна напротив закрылись, не видно их. В общем, красота, красота. Что значит утром солнышко появилось? Сразу настроение и бодрость, все прекрасно. Вот как я все-таки от солнышка завишу, да? Девочки, кстати говоря, завтра же уже день Пасхи. Поздравляю всех с этим светлым праздником. Вот, кстати говоря, хотела показать вам то, что я покупала в фикс-прайсе, вот такой вот наборчик. Там не только краски, там еще и наклейки есть. И такие вот подставочки. Сейчас покажу вам. Я распаковала вчера этот наборчик. И там, значит, в пакетике красители. Там 4 штуки было, 4 краски. И на пакетике написана инструкция, как пользоваться. И вот так можно разрезать. В общем, 2 цвета уже мы с соседкой покрасили. Я вчера дождалась соседку. Ну, сегодня утром уже. Я уже дала ей краски и дала свои яйца. Она сегодня на работу убегает. Вот. И вот она мне с утра покрасила. Ну, вот красный и зеленый я дала. Ну, это вот голубенький. Она уже свою краску там использовала. И, кстати говоря, у меня яйца были вот такие вот темные, а у нее белые. Она говорит, темные взялись сильнее. А я из-за того, что темные, просто я как-то раньше об этом не подумала. Из-за того, что темные, я решила просто, думаю, ну хватит мне 4 штучки и все, остальные не буду красить. А сейчас думаю, ну если они так хорошо берутся, возьму, покрашу. Ну, по крайней мере, хотя бы одну краску, а может быть 2, не знаю, сейчас растворю. У меня остался цвет желтый и зеленый. Так, что еще в этом наборчике? Вообще недорогой наборчик в фикс-прайсе. Тут я увидела наклейки. Я почему вчера решила, вообще думала не красить яйца. Думаю, наклеечки можно наклеить и все. Вот, и вот такие вот штучки. Вот здесь вот они загибаются. Сгибаются такие полосочки. Можно оторвать полосочку, так ее загнуть. И получается такая вот подставочка для яйца. Вот так вот раз. И все, будет стоять. Или так, не знаю, как-нибудь. В общем, короче говоря, я сейчас, пока Насти нету еще, у меня время есть, я думаю сейчас покрасить еще, сварить еще 4 яйца, покрасить и все. А вот это вот наклейки украшать, я думаю, Насте поручу, пусть ей будет интересно наклеечки понаклеить на яйца. Здорово, здорово. Девочки, так давно не красила яйца, что прям даже не знаю, ну, надеюсь, получится. Так, 100 миллилитров горячей воды я выливаю чашечку. Я уже насыпала сюда предварительно краску. Так. Краска, оказывается, она еще с какими-то блесточками. Размешаю. Ну, ее, наверное, надо, не знаю, как следует перемешивать. Какие-то блесточки там плавают еще. Так, ну что, пробуем. Яйца у меня в горячей воде, они сварились уже. Решила уже эти краски использовать, как будет, так будет. Как получится, так и получится. Хоть как-то, но получится. Так. Тут налила водичку чистую. Так, а другое яйцо отправим в зеленую краску. Вот это надо поворачивать, чтобы они покрасились. Ладно, 3-5 минут они должны быть в краске. Но так как яйцо не полностью закрыто, а можно было бы в стакане это делать, но переворачивать было бы неудобно. Так что будем вот так вот играться. Хорошо, поиграюсь пока.
Я решила все яйца уже выложить в краску, и пусть они лежат. Просто периодически их вот так вот перемешивать. Но зеленый цвет на коричневых яйцах становится каким-то непонятным коричневым. Я смотрю, вообще вот потемнело яйцо, коричневое стало. Ну, в общем, как получится, уже так получится. У меня навыка нету в этом деле. А желтые, вот правильно, мы с соседкой выбрали, я ей дала тогда красный и синий. А синий я дала, получился у нее, получилось зеленое яйцо. А теперь зеленой краски, вот такие яйца становятся коричневыми. Прям вообще коричневое все. Ну ничего, ладно. Но она говорит, что у нее белые яйца, они у нее бледнее покрасились, а у меня как бы поярче. Ну, смотря какой цвет, получается так. Все. Переворачиваю, все. Ну, вот эти желтые, желтая краска как-то особо, они желтее не стали. Ну, они бы, наверное, белые яйца были бы желтее. А эти почти что не поменяли свой цвет. Такие, как были вроде, такие остались. Ладно, как получится, так получится. Все. Так, ну минут 5 уже прошло. Я думаю, уже больше они не покрасятся. Значит, будем вытаскивать. Ну, вот этот цвет, мне кажется, он вообще не изменился. Вот какой он был, такой и остался. Ну и ладно, пускай будет такой. Ничего страшного. Так. Эти вообще непонятного цвета стали. Кстати, мне один лайфхак соседка еще подсказала. Яйца вот сейчас подсохнут. И можно взять маленький диск и немножко постного масла. Их протереть постным маслом, они будут такие блестящие, красивые. Ну и все, краска мне уже не нужна, я ее выливаю. Так, я взяла диск, смочила его маслом постным. Сейчас посмотрим, что получится. Так, ну оно должно, наверное, высохнуть, по идее, от масла, или впитаться. Куда ты катишься? Стоять. Ладно, смажу, посмотрим. Ну, вроде симпатичнее становится. Так смотрится, по крайней мере, получше. Ладно, чуть подсохнут, посмотрим. Ну, в общем, как-то так. Вот такая красота получилась у меня. Кстати, я попробовала одну наклейку наклеить. Она плохо держится, она не наклеивается на краску. Может быть, без краски бы держалась. Хотя там липкая сторона. Но на краску она что-то не клеится. Ну, так вот чуть-чуть прикрепилась и все. Ладно, я наклейки Насте отдам. Пусть что хочет с ними, то делает. Может, захочет свои яйца как-то украсить. Ну, как-то так. В общем, все, можно пасочку встречать. Завтра уже разговляться. Вот такая красота, девочки, у меня. Поставлю сейчас на стол. Я прям смотрю, сама налюбоваться не могу. И Настюля придет, как раз вот уже такое предпраздничное настроение. Пасочка будет завтра, день будем отмечать завтра. И Пасху будем есть, и яйца будем есть завтра. Сегодня пока будем просто смотреть, любоваться вот такой вот красотой. Все, девочки, мы с Настей идем на тренировку. Так, а я не показывала, как Настя пришла. Ну, тогда скажи всем привет. Всем привет, и мы сейчас идем на стадион. Мы придем и будем тренироваться. Как я бегать люблю, там нужно вот такой большой стадион, и там нужно, кажется, по целой минуте, либо, кажется, по две целых минуты нужно пробежать, например, либо два, либо три круга. Либо один. Ну, сейчас я, когда приду на стадион, мы все посмотрим, бабушка вам покажет. А пока мы тут идем мимо вот этой вот красоты,
клумбочки. Как же, я не могу ж пройти мимо клумбочек, не показать. Вон тюльпанчик вот такой красненький, кустик желтенький. И тут уже много чего уже повылазило, повырастало. Какие-то разные растения симпатичные. Тюльпанчики вот беленькие и одуванчики. И все такое. В общем, видите, уже зелень какая высокая. Классно же. Девочки, а погода какая классная, замечательная погода просто. Я вот одела легкую кофточку, ну с рукавчиком. Думала футболку без рукава одеть. Думаю, ну ладно, пока не знаю, потому что ветра вроде бы здесь нету. А на стадионе кто его знает, может подует, чтобы я не замерзла. Так вот получше может будет. Вот, так что стадион у нас тут рядом. Через дорогу перейти и все. В общем, вышли. Ну, я там немножко побуду, посмотрю, как она там занимается. А может быть, буду до конца, потому что одна тренировка сейчас будет 1:20, а вторая тренировка будет уже в спортзале. И в спортзал, может быть, я тоже поеду с Настей, да? А вот через, ну, кажется, получается, мы как... Через несколько дней уже поедем на день рождения. Передаю Малике привет, потому что у Малики будет день рождения. Мы будем праздновать в аквапарке. Не знаю, кто мне отводить будет, кто забирать, не знаю. Не знаю. Нас будут садика забирать, когда мы еще спать будем. И потом нас заберут, и мы поедем в аквапарк. Так, сейчас идем через дорогу. Небо вроде бы чистое, но все-таки немножечко... Облачность какая-то есть, поэтому солнце светит, но не ярко. Ну и хорошо, а то будет пекло. А сейчас 17 градусов, в общем, нормальная температурка такая. Вот. И вот тут вот, за забором, там на территории школы, там есть стадион, там занятия у нас. Смотрите, сколько тут одуванчиков и тюльпанчики. Ну, идем. Насте уже не терпится на стадион попасть. Смотрите, какая уже трава высокая выросла. И одуванчиков много. Мне уже страшно туда заходить. А деревья уже, вот смотрите, какие листья у нас. Уже большие листья, особенно на каштанах. Да вот это поля тоже зазеленели. Ой, прям почти лето. На следующей неделе, говорят... Будет уже до 27 градусов днем тепла. Это уже будем точно раздеваться и будем уже ходить раздетые. Ну классно. Класс. Вот мне уже не терпится пойти, еще мне так страшно, потому что там я не представляю, уже увидела сколько людей. Там очень много людей, там еще вот... Смотрите, какой желтенький кустик симпатичный. Там еще вот мои подружки, очень много. Так, ну что, мы на стадионе уже. Я смотрю, вон, тут занимаются детишки и футболом, и не только, всяким разным. Так, ну пока мы нашу группу еще не видим, сейчас посмотрим. Может, мы рано еще пришли. Перенесли тренировку вот на эту аллейку, девочки тут будут заниматься. В общем, Настю оставляю. Ее там отведут уже на второе занятие, и все. И иду домой. Сколько одуванчиков, зелени тут. Смотрите, какая красота. Вот если бы еще машины тут рядом не ездили, было бы просто красота, ляпота. Смотрите, как много одуванчиков. Прямо ужас. Ну вот и все, девочки мои. Настю на тренировке оставила, в магазинчик забежала, еще пасочки прикупила себе, и соседка попросила, и, в общем, решила присесть тут на лавочке чуть-чуть, на фоне зелени немножко сняться, подышать воздухом, и пойду уже домой, в общем-то, отдыхать. Вот на таком красивом фоне я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего наилучшего, хорошо отметить праздник, и... Всем пока-пока, всем до новых встреч!